Guardate com'è bellissimo, a calore, bellissimo, bello, 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 bellissimo. Это тебе этот самый, это ты Бьянкава или Дональд? Это ты Бьянкава, о, Дональд? Ты или Дональд? Дональд. Дональд. Да ну нафиг, Дональд так, нафиг мне такие работники, у меня Вася Коля белил, ни одной этой штучки не это, там даже розетку запачкал. Это Дональд. Видите, розетка. У меня, блин, Вася, когда белил, вообще ничего не запачкал. Слышишь, ma perché, scusami, картина, quadro, non è al centro? Кто? Дональд. Ну так сделай по центру. Ну он хочет поменять. Карло хочет купить кровать, да? Ты его comprare letto, vero? А, он хочет, ну, всю комнатку себе, ну, типа комнату купить. Хотя, если шкаф помыть, он нормальный шкаф. А мы, questo armadio non fa schifo. Слышишь, а ты non domandato al proprietario di questo mobile? No. Нет? Domandala, ricordati che se c'è qualche cosa prendo io, окей? Я говорю, спросишь, когда у хозяина, если ему не надо, я... Не знаю как, но его надо забрать, и заштукатурить, сделать розовый, и будет вообще классно. Тенды, где тенды? Давай. Ани, ты не взял их? Он захотел бордовый. Я, кстати, взяла в китайском две себе шторы, но они, получается, ну, это я сейчас домой пришла, уже подумала, они у меня с цветочками там, ну, типа, фиолетовенькие, а шторы, которые у меня висят в комнате, они из полосочку, ну, не думаю, что, ну, хотя бы, знаете, так, для просто поменять этот самый, можно за 9 евро новые шторы купить. Он захотел бордовый, Карло валила проприо росы. Я ему говорю, у тебя маленькое окошко, не солнечная сторона, здесь будет темно, но захотел, да, Карлетто, я тебе сказала, да, говорила, что лучше беленький возьми, тебе дешево, да? Лучше... Ti diceva che è meglio che prendeva bianchi, no? Ma bianchi ce l'ho. No, ma con grigio sto bello rosso. Ну, у него красиво, завтра покажу. Цвет такой гриджи, такой красивый, девчонки, классный. Хороший цвет, очень красивый. А Мартина, questo è bianco. Да, утром у него в глаза свет. Там, конечно, термосифон, деви прима лавари. Там надо помыть батарея грязная. Коза, термосифон лават. Ты что, дурак? L'abbiamo tinto, sono lavato, vedi, dietro, vai a vedere. Как лавато? Термосифоны лавато. Термосифон. Карло, ты что смеешься? На, мы не за перкулором. Ты что, дурачок? А я ж прима, гварда. Надо, знаешь, как куме лавары, Карло? Кунаква кальдо, кузи пропрю, супра. И тебя все в сунище уйдет. Не, я так аказа делаю. Не, как аказа, рапризи. Я так дома делаю, нет. Не, как аказа. На, я тебя же достала. Папа сказал. Как? Видишь, Савинута Казамия, города такие, пришел ко мне домой, посмотрел, как у меня красиво, чистенько. Это все, и захотел себе, и Марио, кстати, тоже так же купил. А здесь что-то у тебя еще есть, скажи. Ой, даже эти взял, браво, я тоже взяла себе, мы даже не сказали друг другу, взяли, это видите, этот самый, а я взяла другие себе, что, нет, она вот там открывается, Карло, не, вот это вот убрать, а пробуй, попробуй, говорит, надо это. Ну, красивый. Мали нонсоно, красивый, как будто найт. Карло, как будто найт. Как будто ночной клуб здесь. Красиво, бриллиантики. Ой, симпатичненько. Ну, девчонки, в китайском нормально. Сколько здесь? На 280. Это они на него будут очень большие, потому что у меня 280 потолки. И у меня выше квартира. Выше квартира. Мой какой молодец, брависсимо, взял этот самый. Какие-то лампочки еще себе взял. Вот так вот хорошо. Каждый за себя, молодец. Когда жил со мной, он никогда не хотел тратить деньги. И не понимал, как... То есть ему нравилось, как я делала из того, что у меня было говно. Девочки, боже, как же я грустно жила. Что бы я без ваших комментариев делала? Это все вы. Вот так вот вы во мне воспитали интерьер моей. Красивый, Карло, пенсава пейджу, браво. Найт, а? Берлин, Берлин.
belli e come night, Carlo. €2,80 sono molto... Io credo €2,80 lunghezza come a casa mia. Qui è ancora più basso. No? Guarda se metti, stai mettendo giusto, eh? Cioè? Perché sennò ora devi rifare, eh? Vuol dire giusto, perché? Il prezzo. Видишь, я посмотрю, если ты делаешь правильно. О, господи, мы прямо в йоке. Централи, централи, то он централи. Там по центру идет. Блин, чуть бастоном не заехал, ты что? Карло, не так. Но не кузи. Карло, но не кузи. Посмотри. Марина. О, да я сделаю, подожди. Да. Вот так. Che cazzo, no, come è messa questa, metti quella, no? И вот так вот они не должны. Ладно, все. Va bene, fai come ti pare, да. E sono precisa io a casa mia. Così le stavo mettendo. Нет, è sbagliata, ti hai fatta dall'altro lato. Io stavo girando. Vai. Tutta sta tragedia. Красиво, очень хорошо покрасил, браво. Сюда бы еще лампадарию ему другую, вот если другую сюда какую-то. Вот этот, который мне печу, так если делать там евро, да, чинези. Сюда бы красиво было. За 80 евро там такая вот прям вот колпа была. Почему я не беру люстру? Потому что мне надо вдохновение на ней. Я должна ее почувствовать. Это знаете, когда вот трусики новые одеваете, и все, вы чувствуете себя секси, вот, или новую пижамку. И вот это то же самое. Браво, да, козафат. Конечно, надо было окна помыть, естественно, и... Ну, ладно, как хочешь так. О! Ну, квадру, блядь, как повесить. Ладрицо. Так, вот центру ква. Не era al centro, qui era, avevo spostato il letto, qualcosa spostato. Mamma mia. E lì, c'ho, stato lì. Так, от того, что там был гвоздь, это не значит, что она по центру висит. Va bene, lasciala, così come è, vai. Tanto. Да, потому что здесь не хватает. Вот это вот от моей старой мебели, а туда надо другую. Devi cambiare lì un'altra, così letto va, браво. Лево пойдет туда кровать, и будет намного хорошо. Ладно, давай, убирай эти тенды до бутары, бянки. Хочешь помыть? Но не консумата, нет. 9 евро новые, красивые таурма и руба. Не знаю, я бы выкинула. Хорошо, прям покрасила. Вот, девчонки, завтра вам покажу. Хорошо покрасила, вот честно. Вот для съемной, для однокомнатной квартиры для него нормально. Просто что у него вот эта собака будет сейчас тут саться. Он неправильно повесил, сейчас будет орать. Естественно, он неправильно повесил. Вот, что, вот так вот и дома он, мы так вот с ним жили. И точно, видите, вот эта вот центральная сторона, он не так развернул. Она сейчас перевесит, наверное. Вот собаки будут ссать, и это все вот это вот будет на шторе, естественно. Карло! А, ну у него что-то эти штучки есть. Может быть, можно из-под низу их как-то. Он может вот так вот он их хочет зацепить. Вот так вот. Нет, нам надо мыть, конечно. Ну, не знаю, я бы этот помыла бы. Штукатурить бы сама бы я, наверное, навряд ли бы. Я бы его... Там женщина у нас одна делает, не знаю, сколько стоит у нее, когда она штукатурит, не штукатурит, а как это, девчонки, скажите мне, ну, зашкуривает и потом красит любой цвет. И, не знаю, я бы какой-то в розовый, фиолетовый бы я его бы лупанула бы точно. Карло, а с бальято? Ну, на месяц джусто. Деви джерари ла тенда. Перке ла коза централи се месяц сула фенестра. Ла? Эй, ты посмотри! Perché questa casa così buiosa? Perché è casa tu luminosa. Очень темно. Devi girare. Cosa? La tenda. Perché questa non è così, deve stare. Ah, il palo devo girare. Da. Questa scala è pericolosa. Vieni qua. Потому что это... No, perché se si apre questo, vieni qua. Иди, делай. Vieni qua.
Потому что упадет. Куда ты упадешь? Потому что это очень опасная лестница. Что она перекулёзла? Зачем? Иди, ковай, вай. Голо на манокке, ке questo non si... Так ты тут, appena sei stata lì... Metti на манокке. Ci sono... Антикапата. Così, così. Зачем? Стринь. Ты appena sei stata... Sono stato, ma sono stato... Давай. Ti, non sai fare un cavolo. Sai fare tu. Да. Слушайте, у меня точно, у меня, я себе штору купила с этой, с лаванды, ну не с лаванды, там фиолетовая, точно, точно же, как у бабушки, знаете, у меня какой-то точно климакс во мне играет. Карл, ты вас какие чего климакс? У меня мини-пауза. Мини-пауза, да? Я говорю, ты знаешь, что у меня климакс? Он говорит, что уже пришел, я рыдал. Он говорит, ты и так была не очень... Это самое, как это, ну, нелегкая, ну, типа, тяжелый человек. Я представляю, как сейчас будет. Но нейросимпатика ее прима ди менопауза. Это кондиционер он себе купил. Лавора, Карло? Но он кьюдеры, фенестры, пусть... Ma perché devi chiudere, scusa? Devo dire... Tu un po' lo sai. Guarda, dom tuo, come ti piace. Ti bastava... Due tanto. Vasmi no forbici e tagli. Perché se il cane pisciano ti va su, tutta... Non ci pisciano i cani. Ti bastava anche una. Даже одной бы хватило. Belli. Orribile. Belli. Perché? No, perché è corto, cioè devi fare, se devi fare è già più lungo, più larga. Bella, molto bella. Pornografica. Pornografica, è già un night. Bello, bello. Poi ci mettiamo questi qui. Apri la finestra, открой окно, блин, дышать нечем. Молодец, браво. Уже что-то. Так возьми форбичи Италии. Файкон, так пикату куда ты, куда? Каза той, квеста. Возьми там, тогда вот так вот магнитики, Карло, до сопа, до сопа, до сопа. Все, я пошла, я не могу, у меня это самое... Дышать нечем. Importante essere convinti nella vita. Guardate tu. Passate guardare lo specchio. Ох, ты parlato oggi. Ой. Я говорю, главное в жизни быть уверенным в себе. Он говорит, ну я ж на тебя смотрю, говорит. Ты хоть на себя в зеркало смотрелась? Ricordati, te te le cerchi. Да, да. Ты parlato troppo oggi. Troppo. Сегодня столько всего интересного сказала. Что я как Шварценеггер, и как меня вести, так как эль диван, что у меня как что у меня как платье, как накидка с дивана. Ну, così bellino. Così aperta. Però ci vuole cosa bianca ora al mezzo ora. Che bianca? Una tenda quella trasparente bianca. Там надо белую повесить туда тюль. Браво, браво, браво. Только немножко не... Немножко... Давай. Давай, давай, делай. Вот, вот так вот надо. Стало tanto bene. А, не хочешь так? Perché la larghi? No, così deve stare, tipo... Sì. Давай, иди. Ой, фу, Мадонна, да веро. А нет у тебя бинта, ничего нету, куприре. Куприре.